2 месяца. Ну как скамеечка? О. Хорошо, да? Хорошая скамеечка вообще. Виден у меня красный. Он виден. Сегодня мы с вами загорели. Дерево, чтобы целиком попало тут, Олег, ладно? Ладно. Да, дерево, конечно, знатное. Да, интересно делиться, конечно. Да. Ну что, Александр, а пальмы, как вам? Пальмы отличные. Что, я сейчас обнимусь. Хорошо. Вообще тут здесь перспектива красиво, интересная, ага. Ты понимаешь, Олег, вот надо здесь, вот отсюда, вот зайди сюда, и вот это сними там на горы, вот это просто великолепно. Смотри, вот этот вид, ну просто потрясающий. Да? Ну и снизу, конечно, тоже так захватить. Да, 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 да. А это здесь какой-то Александр Игоревич отсюда. Да. Вот он. Выходит. Он выходит, видишь? Выхожу один я на дорогу. А, хорошо, хорошо, конечно. Там снял это? Пальмы, да, пансионат, в котором мы с вами живем. Наверное, Новый Свет называется, скорее всего. Ну да, тоже. Шикарное такое местечко, да, просто чудное. Дивное, конечно. Райский сад. Ага. Райский сад. Ну, соловьи. Соловьи там где-то здесь почему-то не поют. Не поют. Они там. Да. Ну, новосветовских, да? Да, да. Да. И загадочных деревьев. Понятно. Загадочных. А еще. Александрович, обратите внимание, это бананы. Да. Да, где много-много диких обезьян. Так, ну давайте. Это бананы, то есть в смысле они, ну, сейчас понял, понял. Превратились в икру, так сказать, на деревьях. Понятно. А тут здесь очень много диких. Понятно, обезьян. Молодец, молодец. А из этих кактусов, Александр Ильич, делают всемирно знаменитую водку текила. Текила. А затем пьют. Шикарные эти кактусы. Ужасается. Ну, а зимку какие интересные. Будем ловушкой. А это надежно. Вечером. Да, ну, в смысле, я имею в виду вот тут. Вечерний ужин, да? Да. Вот, да вы здесь картошку покупали. Дима, главный программист. А, кстати, картошку Москвы и Московской, я спросил, области. Откуда картошка? Серьезно? Они говорят, Курск. Всего Советского вот Союза. Да, вот здесь, ну, ну. Ну, я тоже вот здесь. И всего Советского Союза. Смотри, как лазит, потому что очень. Не, я сметану не хочу. Ну, картошку варю, но со сметаной. Да? Нет, а конечно, отлично. Нет, ну что, ты очень хорошо, да? Как же. А салаты же делаются сметаной. Ну, салат-то да, но без, ну, нет, и картошка нормально, в принципе, ну, да. Нормально, вообще, нормально, хорошо. А как же масло? Нормально, хорошо. Обычно кладут. Масло-то да, но сметана. А сметана еще лучше. А тут так тоже масло, тут еще не доделано. Мы в Ялте купили сметаны. Вот, и она у нас превратилась в масло. То есть она настолько была вот мощная. Мощная, такая густая сметана, такая жирная. Она постояла несколько дней, и масло превратилось. Ну, так резко вообще. И непривычно очень. Великолепно.
отъезжаю. Ага, да, как отъезжаешь. И в путь. Молочком скажу. Ясно. Так, Бабиф, я скажу. Надо от солнца, да? Ну ладно, давай. Ну давай, ну давай. Давай, Дим. Хорошо. Ладно, познакомиться было. Ага. Да, тут интересно все это. Александр Игоревич. Федор Иванович Шалягин. Да. Федор Иванович был интереснейшим человеком. О. Да, здорово, конечно. А? Меня хорошо видно? Отлично. А впечатляет вообще? Очень. Да?
осторожнее, Александр. Я вот это понимаешь, я чуть-чуть раз и сразу такая боль. Сейчас ты ничего не делаешь. Я не тяжелее тяжелее. Давайте я сейчас здесь присяду, ну тут я отсюда сниму. На все увеличение наехал. Почему нет эха? А почему эха нет? Это вход в пещеру, даже отсюда были заборчик виден. Ой, а ласточки что ли кто-то? Нет, мыши что ли летучие? Летучие мыши. Слушай, надо посмотреть, снять их. Да не видно, они прячутся. Висят, наверное, где-нибудь. Мышка? Нету мышки. Мышка убежала, улетела. Кто это должен быть? О, вот она верещит. Чуть-чуть часто море. Вон там. Там не видно уже море нынче. Надо было сказать, что мы местные жители этому дядьке. О! Меня видно, да? Да. Вот, а я тебя не вижу. Смешно бы было.
Ку-ку. Ну давай, а ну что, там Александр Игоревич. Давай, давай, хорошо. О, выходишь хорошо. Красиво выходишь. Это чья-то страшная пещера, в которой, как говорится, умертвляли всех. Ладно, точно видишь? Ну да. О, смотри. Мне надо как раз для видеоклипов, я буду использовать это, понимаешь? С другой стороны был. Давай повернись, как иначе. Как они здесь ходят, Александр Ильич? Я не знаю, как они ходят. Вот нам предлагали здесь идти с тобой, да? Да. Да, интересно. Семья там какая-то. А вот эта обзорная бухта, конечно, интересна. Возьмите ее обзор. Сейчас. Я туда сейчас иду на пляж. Издали хочу снять пляж. Ох, солнце красиво сейчас так. Интересно, это фокусируется на дерево, а при большом уже и не видно ничего. Вот так вот. Какой-то такой гротик. Да, медленно. Гротик, блин. Выше сейчас. Вот так вот. О! О, гротик, видишь, я. Нормально смотрится сейчас? Да, очень хорошо. Да, фантастическое у нас путешествие, конечно, с тобой. Супер. Потрясающе. Столько насмотрелись всего, что куда там. Вот тебе Карадаг, самый новый свет. И биостанция с дельфинами, да? И судак, и несколько. Да, конечно. Чего только тут нету. Все, кончается батареечка. А, и тайп-энд. Тайп это что? Где тайп? Так, лента кончается еще, между прочим. Жалко, конечно, такая у красота. У меня лента есть сейчас еще. Мы поставим сейчас и все. С собой лента. Пускай, веди ее до конца, пускай уже. Обожженные, замученные путешественники приживальские. Угу. Ну вот, вот он, путешественник. Усталый путешественник. Красота здесь, конечно. Вот на фоне гор. Прямо сидит над обрывом. Да, вот там. С 100-метровым обрывом. Ужасный обрыв.
красивая. Там горные бараны ходят кругом. Александр Игоревич очень любит всевозможные изыски природы. Я исследователь Крыма. Да. Старый исследователь Крыма. Исследую его, исследую постоянно. А он все никак не исследуется. Он